Всем привет, друзья, из Алании. Четверг сегодня, авто смотрим, и наверху, видите, замечательные пляжики. Там дальше Гранд Уйсал отель, Гранд Кэптон, вот они. Рассказываю вам, сегодня у нас очень жаркий день, начну с этого. Термометры показывали 40-41 на солнце в среднем, а по ощущениям сегодня было до 48. Это один из дней сегодня, когда температурный максимум. Очень-очень жаркий день, очень-очень жаркий. Просто у меня нет других слов, просто скажу, очень жаркий, поверьте мне. Небо, ну, как всегда, многодневная вот эта дымка. Но, в принципе, так все нормально, пепел не летит, воздух свежий, везде все нормально, я возгорания не вижу. Самолеты целый день, вертолеты не летали, то есть тут в Алании, я думаю, все нормально. В Конаклы, друзья, многих интересует Конаклы, несколько источников. Спасибо вам большое, отдыхающие люди, мои зрители написали, что в Конаклы все нормально, запаха гари нет, воздух чистый и пожаров, видимых, тоже нет. В Конаклы спокойненько, как и в Аланию, едем отдыхать, ничего не боимся, не слушаем никаких провокаторов, паникеров. В Алании тоже нету, еще раз повторюсь, никакого пепла сейчас нету. Чистенькая водичка, которая плюс 30, сейчас даже 30,5. Солнечный, жаркий день, все для вашего отдыха. Все, сильно не затягиваю, чтобы выставить это видео пораньше. Привет всем из Алании, хорошего отдыха. Все у нас хорошо, приезжайте, отдыхайте. Самое лучшее в мире Алании. Пока всем.